В эти выходные в Краснодарском крае установилась дождливая и переменчивая погода. Так, в Геленджике, над акваторией Черного моря, неожиданно появилась туча, из которой образовались два смерча. Это успели заснять туристы. Природное явление заметили отдыхающие в хуторе Бета и селе Креница, которые находятся южнее Геленджика. Судя по видео, на улице в тот момент было солнечно. Однако на горизонте над морем зависла большая туча. Прямо под ней можно было заметить темные косые полоски, что говорило о дожде. Также из крайней части этого облака образовался толстый смерч. Затем почти сразу рядом появился другой, чуть тоньше.